Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. В Кемерово прибывает ковчег с мощами святого князя Владимира. В столице Кузбасса экспонируются работы всемирно известного художника Марка Шагала. В рубрике «Паломничество» вспоминаем удивительное путешествие в православную Черногорию. Всего несколько дней осталось до момента, когда ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира будет привезен в Кузбасскую митрополию. Возможность увидеть реликвию и молитвенно приложиться к ней появилась у жителей 45 городов России и 5 городов Белоруссии. В пути святыня, хранящаяся в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, находится с 27 мая. Прибытие ковчега с частицей мощей приурочено к тысячелетию со дня блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира. В Знаменском кафедральном соборе эта святыня будет пребывать в течение нескольких дней, а именно до 17 числа. Ежедневно для поклонения доступ будет открыт в соборе с 8 часов утра до 22 часов. Поэтому вы, дорогие братья и сестры, будете иметь возможность не только молитвенно прославить святого равноапостольного князя, но и приложиться к его честному телу. В Кемерово ковчег прибудет из Томска 14 октября. Это первое масштабное принесение мощей великого князя с момента их обретения в 17 веке. Князь Владимир – один из самых почитаемых в православии святых. Его личность имеет для современной России судьбоносное значение. Он не только стоял у истоков христианства на Руси, но и воплотил те черты идеального и мудрого правителя, которые прошли сквозь всю отечественную историю. Святой был погребен 15 июля 1015 года в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в Киеве. Впоследствии этот храм был разрушен, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал под руинами, до тех пор, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра руины не были разобраны и погребение не было обнаружено. Тогда часть мощей великого князя была передана в Москву царю Михаилу Федоровичу, где они находились в Успенском соборе Московского Кремля. В советский период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах музеев Московского Кремля. В 2010-м мощи в оригинальном ковчеге были торжественно переданы Русской Православной Церкви президентом России Владимиром Путиным и размещены в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве. С тех пор мощи были доступны для поклонения, но только для москвичей и гостей столицы. Безусловно, события такого многотрудного путешествия ковчега, оно представляется достаточно явлением редким, и приурочено оно к этому юбилею благословению Святейшего Патриарха, поскольку личность святого равноапостольного князя уникальна, поэтому по мудрому водительству предстоятеля нашей церкви святыня должна посетить практически абсолютное большинство епархий Русской Православной Церкви. Святые мощи – это, по слову апостола Павла, сосуды Духа Святого, то есть когда человек в течение своего жизненного пути совершает подвиг, он имеет возможность не только преображать свою собственную душу, но эту божественную благодать дарить тем людям, которые с чистым сердцем приходят к ним. И поэтому, если мы перед этой святыней будем с открытой душой, прославляя Бога, просить молитвенного предстательства равноапостольного князя Владимира, то, несомненно, святой услышит наши молитвы, и если это будет полезно для просящего, даст ему необходимое для его спасения. Предстоящее принесение позволит увидеть великую святыню и поклониться ей тысячам кузбассовцев. Напомним, прибытие ковчега ожидается 14 октября. В Кемеровском доме художников открылась выставка картин, которая дает возможность жителям столицы Кузбасса познакомиться с творчеством одного из величайших художников XX века. Дом художника, конечно, периодически устраивает интересные выставки, но это в своем роде уникально, потому что она не только представляет нам
очень знаменитого художника XX века, прожившего почти все это столетие и происходящего из России, Марка Шагала. Но она представляет нам его серию его печатной графики под общим названием «Библейские», «Иллюстрации библейские». Хотя, конечно, это не иллюстрации, это очень интимное, очень сложное в каком-то смысле переживание Библии, библейского текста, с привнесением своего глубоко такого самобытного отношения к этому тексту. Марк Шагал – художник, который признан во всем мире как основоположник авангардистского течения сюрреализм. Хотя сам он себя авангардистом не считал. Серию иллюстраций к Библии Шагал начал создавать в 30-е годы, побывав на Святой Земле, а закончил уже после Второй мировой войны. Специально для создания данной серии художник овладел техникой литографии. Серия «Библейские послания» – это прежде всего поэтическое восприятие художником ставших уже каноническими сюжетов. Персонажи Ветхого Завета становятся нам ближе, их чувства понятнее. Посетителям выставки также предоставляется возможность прочесть библейские тексты или комментарии к ним, соответствующие каждой из литографий. Райский сад. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Марк Шагал во всем мире известен как русский художник, хотя он происходил из набожной, бедной еврейской семьи. Еврейский мир Шагала – это мир мечты и любви, мир до грехопадения. Все его картины – это гениальные примитивы ребенка. То ли птицы, то ли ангелы, и у него летают как ангелы, и лошади тоже. Вообще все у него летают. Это такие воздушные существа. Конечно, здесь, когда смотришь на эти вещи, то прямо как будто твоя собственная какая-то детская мечта притворяется. Как если бы ты в детстве что-то задумал изобразить, но не взялся, не смог, не решился. А вот кто-то другой так удачно твое же собственное в голове существующее изображение притворил. На выставке представлено более 50 литографий художника. Среди них и эскизы витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме и католических храмов Франции, которые были созданы Шагалом под влиянием витражей Шартерского собора. Как известно, в иудейской традиции религиозное искусство под запретом, но Шагал своим творчеством бросает вызов букве догмата. «Я сын твой, ползать рожденный на земле. Ты дал мне краски в руки, дал мне кисть. А как тебя
изображать, не знаю. Вот это небо, землю, свое сердце, руины городов, горящих братьев, глаза слезами полнятся, не вижу, куда бежать, к кому лететь. Ведь кто-то есть, кто нам дарует жизнь, ведь кто-то есть, кто нам назначил смерть. Ведь он бы мог помочь мне, чтоб картина моя светилась радостью. Марк Шагал. Видимо, 30 метров максимум. 30 метров. Или 10? 10? 20. Православных храмов в Черногории множество. Советский период гонений, в отличие от нашей страны, здесь был мягче. Притеснения были, но церкви не закрывались, продолжались богослужения. Во всех храмах, где кузбасские паломники имели возможность поучаствовать в литургии, мы видели множество молодых мужчин и женщин, дружной стеной стоящих перед иконами. Возможно, испытания, доставшиеся этому народу, укрепляли его веру и приближали к Богу. В административном центре Черногории Подгорице, в храме Вознесения Христова, паломники из Сибири приняли участие в божественной литургии, которую возглавил митрополит Черногорский и Цесенский Амфилохий. После богослужения владыка вместе со священством и прихожанами прошли крестным ходом по улицам города, пронеся с собой иконы, хоругви и мощи Святой Параскевы Пятницы, особо почитаемой в балканских странах. Конечно, для кузбасских путешественников участие в этом крестном ходе – историческое событие, о котором они будут рассказывать своим детям, а то и внукам.
После завершения крестного хода митрополит Черногорский и Цетинский Амфилохий принимал делегацию с Кузбасской митрополии. И прием этот был столь же теплым, как и все остальные наши встречи в этой стране. Владыка покорил русских паломников своей доступностью и сердечностью. А уж совместное исполнение русских песен стало символом дружеского расположения двух стран. Конечно, в беседе с владыкой Амфилохием, митрополитом Черногорским и Цетинским, русские делегаты не могли обойти вопрос о сложном политическом положении нашей страны и отношениях в этой связи российского государства и Черногории. На вопрос о санкциях владыка Амфилохий с некоторой грустью о происходящем сообщил нам, что со своей стороны он уже напомнил правительству Черногории о проклятии святого Петра Цетинского, которое ложится на всякого, кто пойдет против России. Потрясающее впечатление оставила себе удивительная Черногория. Благословенный край, где мандарины и гранаты растут как сорняки, и, падая на землю, лежат на ней так небрежно, как у нас картошка. Где море прекрасно и чисто, а горы величественны и возвышают дух глядящего на них. Где люди высокие, статные, гордые и доброжелательные. И вся эта удивительная красота, созданная Богом и дарованная человеку, обогрена кровью и пронизана памятью о страданиях. Ни одно поколение в нашей стране, с болью говорят черногорцы, не жило без войны. Наверное, это научило народ Черногории ценить благо, дарованное Богом. От Матфея читание Святого Евангелия. В завершении удивительной паломнической поездки в Черногорию кузбассовцы стали свидетелями и участниками традиционного семейного праздника в честь Святой Петки. По программе паломничества кузбассовцы посетили исторические природные музеи, храмы, скиты. Во многих монастырях кузбассовцы участвовали в богослужении, исповедовались и причащались. Уезжая на родину, сибиряки взяли с собой радушное приглашение от местной паломнической службы Адигитрия посетить святыни Черногории и другим жителям шахтерского региона. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!